Бытие, глава 9. Read for LibriVox.org. Первые книги Моисеевой Бытия. Глава 9. «И благослови Бог Ноа и сына его, и рече им, «Раститеся и множитеся, и наполните землю, и обладайте ею. И страх и трепет ваш будет на всех зверях земных, и на всех скотах земных, и на всех птицах небесных, и на всех движущихся по земле, и на всех рыбах морских, в руце ваши вдахья. И всякое движущееся ежесть живо, вам будет снять, как у зелия травной дах вам все, то, чу мясо в крови души да не снести. Крови бо вашей, душ ваших от руки всякого зверя изыщуя я, и от руки человека брата изыщуя я. Проливая и кров человечу, вея место его пролиеция, яко во образ Божий сотворих человека. Вы же растите си и множите си, и наполните землю, и множите си на ней. И рече Бог Ноеви и сином его с ним глаголя, «Се аз поставляю завет мой вам и семени вашему по вас, и всякой души живущей с вами от птиц и от скот, и всем зверем земным, елика с вами суть от всех изшедших из ковчега. И поставлю завет мой с вами, и не умрет всяка плоть к тому от воды потопния, и к тому не будет потоп водный, еже изтлите всю землю. И рече Господ Бог Ноеви, сие знамение завета еже аз даю между мною и вами, и между всякою душею живою, я же ест с вами в роды вечния. Дугу мою полагаю в облаце, и будет в знамение завета вечного между мною и землею. И будет, егда наведу облаки на землю, явится дуга моя в облаце, и помяну завет мой, и же ест между мною и вами, и между всякою душею живущею во всякой плоти, и не будет к тому вода в потоп, яко потребите всяку плоть. И будет дуга моя во облаце, и узрюю, еже поминути завет вечни между мною и землею, и между всякою душею живущею во всякой плоти я же ест на земли. И рече Бог Ноеви, сие знамение завета его же положих между мною и между всякою плотью я же ест на земли. Бъйше же синове Ноева изшечи из ковчега Сим, Хам, Яфет, Хам же бяше отец Ханаани. Трие си и суд синове Ноевей, от сих разсееше се по всей земли. И начата Ноя човек делатель бъйти земли, и насъди виноград, и изпи от вина, и описия, и обнажи се в дому своем. И виде Хам отец Ханаани, наготу отца своего, и изшед вон поведа обема братома своима. И вземше Сим и Яфет ризу, възложише ю на обе раме свои, и идоше вспят зряще, и покрейше наготу отца своего, и лице их вспят зря, и наготе отца своего не видеше. И стрезви се женой от вина, и разумее лика сотвория му си него юнейши, и рече, проклят буди Ханаан отрук, раб будет братьям своим. И рече, благословен Господ Бог Симов, и будет Ханаан отрук раб ему. Да разпространит Бог Яфета, и да вселит се вселение их Симовых, и да будет Ханаан раб ему. Поживе же Ное по потопе лет 350, и бъйше в сидние Ноевы лет 950, и умре. Конец 9 главы Бытия. This recording is in the public domain.